В Барнаул с рабочим визитом сегодня приехал Франц Клинцевич, лидер Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций. Главный пункт его командировки – краевой филиал «Защитники Отечества». На этой площадке большой гость обсудил с местными специалистами вопросы помощи участникам войн и СВО, проживающим на Алтае. А в будущем это могут сделать в стенах специального реабилитационно-оздоровительного центра, которых в Сибири не так много. К примеру, один из важных вопросов его деятельности будет касаться борьбы с посттравматическим расстройством. Что такое посттравматическое проявление? Это человеческий мозг в случае пребывания человека в длительном состоянии под угрозой смерти получает такую травму, как будто бы в этот мозг попала пуля и потом каким-то образом там произошло. К примеру, после Вьетнамской войны расстройство проявлялось где-то через 15-17 лет, после Чечни в течение 8 лет, в случае с СВО почти сразу. Такому человеку могут помочь медикаменты и отдых. Однако со специализированным отдыхом в крае проблемы. Путевок в санатории всем не хватает, поэтому очень важно создать специальный реабилитационный центр. Благодаря фонду «Защитника Отечества», насколько я знаю, и отдельным, так сказать, губернаторам, которые сумели в Кемеровской и в Новосибирской области открыты два реабилитационных центра, достаточно профессиональные, где по 100 человек там могут проходить реабилитацию. Больше у нас и системы реабилитации нет. Появление такого центра в нашем регионе стало возможным благодаря помощи алтайских бизнесменов, конкретно одной из строительных фирм города. Мы готовы профинансировать, мы готовы сделать общее благоустройство там сквера прилегающего. Вот, и готовы там в том числе в здании выделить и построить помещение для зала поддержки семьям погибших. Проект центра пока разрабатывают, а к поиску места подходят очень тщательно, ведь общая площадь объекта 10 тысяч квадратных метров. Площадку для будущего учреждения определят в следующем году, а сам объект построят к 2028-му. На его создание будет выделено около 1 000 000 000 рублей. И вот двери будут открыты для участников любых войн и их родственников. Авторы идеи предполагают, что через центр будет проходить до 6 тысяч человек в год. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.